Кинодебют на Минском международном фестивале «Листопад». Впервые в истории конкурса свои работы представляют режиссеры из Пакистана. Показ фильмов организовали при поддержке пакистанского посольства в Беларуси. Оценить премьерные ленты собрались около 150 человек. Среди них послы, представители дип-корпуса, СМИ и люди, интересующиеся кино. Захватывающие сюжетные линии и достойная актерская игра. Две картины нашли отклик у зрителей. Одна из них – драма о проблемах любви, самопожертвований и давлений со стороны общества. Другая – фильм о первой женщине-генерале в истории пакистанской армии. Отношения между Беларусью и Пакистаном находятся на прекрасном уровне и развиваются. Мы очень рады, что наше сотрудничество, которое показывает хорошие результаты в сфере экономики, сельского хозяйства, политики и оборонных вопросов, пополнилось такой точкой соприкосновения, как кинематограф. Мы надеемся, что благодаря участию в «Листопаде» мы познакомим белорусского зрителя с искусством пакистанского кино. К слову, в этом году дебютанты из Пакистана пристали на фестиваль самое большое количество фильмов. Они первыми встали на оборону.